сам, да. Немножко я вот голод сегодня буду. Так, вышел в голод. Немножко погуляться в голоде. Все, отличная погода, как будто весна. Жалко. Кутки я вот так уже свободу так нашел. Немножко погулять в голоде. Отличная погода. Сейчас зайду сюда в магазин. Там я до дома нужно взять пакеты мусорные и по туда вот. И немножко погуляюсь в голоде. Сейчас так через два иду. Немножко погуляюсь там по парку и обратно домой. Такая красивая улица. Это через 17 квартал, 18 квартал, через дорогу 19 квартал. Вот так, я в 18 квартале. Сейчас через 18 квартал выйду к 19 квартал. И прямо к 5 квартал поднимусь к 3 так и поеду к парку. Сколько, блин, вот это здание уже. После вы это здание застеклили. После оставаться 18 квартале. И здесь красивые дома. И вон 19. Сейчас мне нужно. Друзья, вот такое красивое здесь здание. Медленная тебе. Сейчас. С 18 квартала вышел. И здесь к 19 между 18 квартала вот восьмерка. Здесь работает автобус. Вот восьмой номер. Сюда 18 и 19 квартал восьмой автобус едет. Вот так и прогуляюсь. В городе. Давно не гулял. Сейчас сегодня отличная погода, как будто весна. Жарко. И как раз мне мама сказала в магазин сходить. И я говорю, лучше поеду в Сунгаит погулять. И вам тоже покажу Сунгаит. Давно вам не снимал. Не показывал Сунгаит. Это по 19 квартал. Иду. Сейчас долго буду переходить к 5 квартал. На это через дорогу 18 квартал. Здесь тоже так красиво подсветка светится. Быстро пришли дорогу к 5 кварталу. Сегодня у нас будет концерт 7 часов. 7 часов начинается вечера до 11. Как сегодня у нас праздник Зафер. Праздник Зафер. День Победы за Фергеном. Это Бугин. Бугин везде. Баянды за Фергеном, да? День Победы сегодня. И в честь этого за Фергеном Победы будет концерт возле центра города, возле этого театра. Драматического театра. Сейчас я вам покажу, где будет концерт сегодня.
Вечером посмотрим, может я приеду на концерт смотреть или посмотрим, если будет время, приеду на вот этот концерт, будет возле Домачевского театра, Сумгаите, пойду смотреть немножко, если поснимаю. Он в 7 часов начинается. Знаю, что людей очень будет много. Будет. Еще день города, 22 числа ноября будет. Сейчас я покажу, где будет концерт. Возле Домачевского театра. Это в центре Сумгаита. Здесь такой суши лаб, это паб, вот такой открыли новый. Здесь больше 100 кафетерий. Много. Приходи. Вот здесь концерт будет. Запрыгиваем сегодня. Вот концерт здесь. Вот здесь будет концерт. Сегодня вечером, 7 часов вечера. Сумгаит Дәүләт драма театры. Үзбәр янында. Вечер. Может, если будет свободное время, прийти. Здесь флажки у нас. Там красиво, смотрите, вам куклы там красили, там красиво, я вам покажу. Вот. Здесь 7 часов будет, начало концерта будет вечером. А мне вот это нравится там. Композиция такой красиво сделана на кругу между вторым и первым кварталом. Вот эта композиция мне очень понравилась. Смотрите, я вам сейчас покажу. Она ночью такой тоже светится так красиво. Смотрите, как. Такая красивая здесь композиция, такую сделаю. Тут. Первый, второй квадрат, смотрите. Между первым и вторым кварталом. Я так близко вам покажу его, композицию эту. Сейчас я встану. Вот.
Сейчас иду туда, на, к палку. Красиво город, украсили день города. Очень красиво. Сумгайте сейчас стало. Весь город украсили. А ночью это вообще, так, вообще красота. Если вы видели такую красоту. Я вам покажу. Я ночью, наверное, я приеду сегодня. Я специально для вас сниму. Сумгайт, ночной Сумгайт. Как его украсили, как его подсветками все горят. Здание, улицы. А где въезд в город Сумгайта, где, знаете, я показывал, где, где название Сумгайта, когда въезжаешь в Сумгайт. Это вообще там красота. Как будто в туннель. Такой, такой светящий. Светящий такой. Ледовый такой с светами. Заезжаешь куда-то в туннель. Так красиво. Это все светится подсветками. Куда-то внутри туннеля ты. С подсветками. Как будто там тысяча или две тысячи такие вот эти гирлянды. Вот зашел туда внутрь. Так красиво едешь. И одес. Тоже. Надеюсь, такси так сниму. На такси сяду, одес. Чисто это туннель, как они сделали. Я вам покажу. Надеюсь, на такси домой поеду. У нас там такси, когда мы будем маме, со мной мама приедем. Мама уже немножко лучше, щеки устала. И когда приедем в город за продуктами, сядем на такси, там 4 мата у нас за насосы. Ой, 4 мата такси. Я вам этот туннель покажу. Так красиво сделали. А что ночью? Вот днем так видно вот такие, да, его гирлянды, этот свет. Но ночью включается ваша красота. Когда мама здесь пойдем за продуктами, сядем на такси. Я это вот этот туннель, мама это покажу, как туннель зайдет, это красиво сделает. Ночью ваша подсветка. Красиво. Мангал донят. Что-то здесь новенькое. Дуначка пахнет. Дуна сколько здесь? Дуна, а он мячи 5 монат. Вот сейчас к палку иду. Здесь маркет есть, мама мне попросила хлеб. Здесь возьму в первом квартале. Что? Иду. Дальше по маркетам не ходить. Где в там 100 зайти за хлебом. Иду вот сюда. Ну что, зайду в там 100. Что? Если я зайду вот эти маркеты, да, все. Понесло, понесло, поехало. Не только хлеб, и все скуплю. И вот из-за этого я еще не зайду в эту маркет. Просто я что там вижу, такие новинки все беру. Чаю, чаи новые. А вот эти, смотрите, здесь так светится. И еще вот эти композиция, вот эти бабочки так красиво здесь светится ночью. Я это все вам покажу. Вот это. Все это светится. И вот это тоже. Все светится. Вот эти композиции сейчас вам покажу. Палки. Смотрите, они вот так красиво светятся. А где Гуачин, там Сунгай такое название. Сделай, тоже светится красиво. Вот. Вот такая вся композиция здесь. Город вообще красиво украсили. А эта ночь вообще красиво светится.
И вот там бульвар. По парку спуститься вниз. Еще везде тоже бабочки есть. Я иду вот так, вот там. Вот так вот. Такой лесок. Вот здесь тоже. Красиво. Пойдем дальше. Это через дорогу уже того квата остался. Вот это арка, вот это дом. Вот здесь арка. И здесь была бывшая гостиница Сунгарит, его снесли уже. Вот где забор. Там была бывшая гостиница Сунгарит. Вот здесь была гостиница. Мои старые ролики есть вам. Я вам показываю эту гостиницу. Сунгарит. Потом ее снесли. Что-то новый ресторан здесь. Не знаю, что здесь. Но деревья, вот все остались. Деревья никто ничего не трогает. Как есть, то все осталось. Деревья ничего не спилили, ничего. Как было, так. Просто здание убрали, все. Снесли. Я здесь не знаю, что будет. Может, какая-то еще, как. Может, отель будет в Сунгарите. Или гостиницу построить заново. А деревья вот, все остались. Ничего, вот столько. Эти елки высокие, так все остались, и не трогали. Потому что такой забор здесь сделали. И сзади вот гостиницы были. Деревья ничего не тонули. Все, здесь деревья вообще никто не срубает, ничего. Это дом 106 в Таун Квартале. Сейчас вам покажу это название, как-то красиво взял, и она красивая подсветка горит. Название Сунгарита. Вот, смотрите здесь. Название. Подсветка 75 лет Сунгарита. И мост.
Так пешком. Вот так гуляю. Это горки покрасили красиво. Сейчас вам покажу. Вот. Вот лесу, смотрите, лес. Там парк у нас как лес. Его уже перекрасили. Щань Ашил. Ашимал. Ашил назвали его. Вот. Щань Ашил. Ашималар. Так его назвали. Я думал Ашима. А здесь написали Щань Ашима. Щань Ашималар. Веселые горки. Ашил Малар. 75 лет, я сунгайте. Как-то назвали такой. И покрасили уже. И название сделали. Я иду в сторону Гачи. Вот так гуляю. Хорошая погода, так пешком гуляю. И вы тоже со мной. Со мной вместе гуляете по Сунгаиту. Вот так кроссовка, так. Удобно такие кроссовки одел. Удобно так хорошо гулять. Вот. Пешком, пешком. И вас всех. Взял с собой Сунгаит. Вот. Гуляете, вот смотрите. Сунгаит. Сейчас маме скажу. Давай, мама, выйдем в город, приедем вечером. Погуляем. Погода отличная. Может. Сейчас маму уговорю. Пусть мама приедет в город, погуляемся. Пусть мама концерт посмотрит так. Посмотрим, как дела оставить все. Оставить, как посмотрим. Все люди гуляют. Там, наверное, концерт, что ли, какая-то музыка. Да-да, какая-то музыка здесь. Все это горки. Все качели все на работу. Погода отличная, все на качели. Все не спят. А вот где Гюрачин, там людей очень много. Там все развлекательные качели, все развлекательные там центры, там все. Это возле Гюрачина. И стал кафе. Смотрите, как красиво. Это орбита. О, смотри. Это орбита. Там я вам показывал, сейчас пойдем на эту орбиту. Так. Уже такие закрытые беседки. Типа такие терраса такая. Куленки. Орбита. Ну все названия уже. Есть на них. Ой, Кисун, привет. Красавчик. Здесь он кафе. Здесь он. Иди сюда. Это сладкий. Сейчас его покормлю. Здесь он становится, здесь все. Ну и орбиту тоже покрасили. Уже другой цвет. Здесь очень много людей. Батуты здесь все, что хочешь.
Вот я вам покажу, где это название Сунгаита. Вот здесь. Она уже на угол приходит. Все, тогда угол будет приходить. Сейчас я маркет за хлебом и потом еще домой. Еще маму здесь пойдем смотреть, еще хотим купить ковер. Спалим такую дорожку за 3 на 4. Такой на ковер хочу взять. Сейчас я здесь. О, гранаты. Везде гранаты. И здесь гранаты высоко. Выжимает, вам давит. Свежие высоко. Хорошо, садись, покатайся. Сунгаит. Скидки. Зайду, там 100 и домой поеду. Еще пить возьму. Все, все такое. Я дома, чайник здесь кипит, чайник поставил, вот это был там стоит, вот. Вот там стоит, сейчас я покажу, что взял там 100, этот там стоит взял со скидкой, вот этот ду, она 2 мад, 62 копейки было, вот этот ду был такой, 2 мада 62 копейка. Сегодня огромные скидки. 8 ноября у нас все макеты, все в скидках, огромные скидки идут. Все макеты. Вот это там стоит тоже идут, там огромные скидки. До такой шампунь. Такой взял. Потом это. Ой, сейчас. Здесь. Тот же. Это 2 маната. 15 копеек туба до газ до всего до газоплиты до капели она со скидкой пошла так она очень так уходит дорогая вот это туба вот это средство она хорошая она все жир все убирает вот это все жир убирает все на капель вот это все вот даже в ресторанах может гостиницы
дома так. Только нужно, если когда его этот трубу почистить, нужно одевать резиновые перчатки. Плиты, вот комфорт, вытяжки от плитой, плита, все. Можете посчитать вот это. Со скидкой она была. Так она очень дорогая, вот это, или без скидки. Так, и все. Хлеб такой взял. Даже хлеб со скидкой был. Вот это 40 копеек стал, это хлеб. Это 90 копеек. Со скидкой взял. Там 30 копеек вот этот сок наш кёльчайский, хороший себе вот этот бил. И все. Вода так, жалко было, вот потом воду взял. И там немножко погадался, так пирожки были возле остановки подавали. Там бабушки такие подавали пирожки, такие взял. 25 копеек стоит. И все. Так, все. За салфеткой это все выброшу. А этот там зашел, после этого пакет скинул, монатный магазин зашел там. Вот это, я вам потом покажу. Это, вот как здесь все прилипло. Так, вот. Вот монатный магазин, это монат стоит, это для пакетов, потому что дома, сейчас вам покажу. Вот так, вот эти вот так пакеты, что так не валялось. Я вам фото ставлю. И что сюда все. Там такой органазил, да. Пакет пакетов. И все может там внизу так быть утягивать. Все, ну то сложили пакет, внизу вытаскивайте пакеты. Это все я вам покажу. И дома никакого не будет такого бардака, как эти пакет пакетами. Вот это. Мана тоже взял. Это, знаешь, как можно это скотч. Как скотч можно резать. Потом еще хорошо, кто в саду розы, огурцы, помидоры обрезать вот этот конечный такой пальчик. Вот здесь пальчики. Они оранжевый цвет, цвет моркови. Сейчас вам покажу. Может обрезать огурцы, помидоры, перцы. Вот это как у кого есть. В огородах, как называется это, вот паники там, вот одевать так пальцы, вот это срезаете, вот это одеваете, еще вот это резиновый пальчик так сжимаете, он отрезает, может скотч отрезать и может розы обрезать вот так, оно острое вот так вот. Это только одеть вот это нужно, когда будет обрезать, вот эти все нужно одеть. Какой рукой будете его пользоваться, рукой обрезать. Вот эти 3, вот 4, вот это 5. Это все должны вы одеть на все пальцы. Чтобы потом тогда не порезаться вот эти острым лезвием. Вот видите, а и здесь вот такие как пупырышки. Вот такой. Все. Такими покупки все угодили. Вот еще один. Один упал. Здесь раз, раз, два, три, четыре, пять. Вот так. Все здесь на месте. И это все вот такие мои покупки. В Сумгайте были. Это вам покажу. Очень хорошие вещи.